Так, все. По-моему, все. Боже мой, этого монстра поймал! Это что еще за рыба? Это реально монстр. Просто сумасшествие. Вот это рыбина. Ох, каранг какой-то. Алый каранг. 13 килограмм. По весу не самое тяжелое, но это самое тяжелое в плане поимки рыбы. Боже мой. Это была наикрутейшая леска на 2000 единиц. Ух ты! Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Final Fantasy 15 Windows Edition, и сейчас мы будем забирать улучшенное оружие. Оно как раз подоспело. Долго же ты шел, вот. Копье, сейчас посмотрим. Характеристики, имеет ли смысл это все брать. Вот вы где, будьте готовы к большому сюрпризу. А, смотрю, у нас тут новоиспеченные любители техники. Угу. Моторный клинок можно еще улучшить. Спиральный рог. Не знаю, есть ли он у нас. Вот, наслаждайтесь мощью. А, так он что-то, по-моему, не отдал какую-то вещь. Еще не готово. Сейчас глянем. Ничего себе, 207. Вот это разница, почти в два раза. Идеальная версия уникального меча изготовлена по инсомнийской технологии. Получает энергию стихии поверженного врага. Ого! Наслаждение. Просто наслаждение, поэзия. У нас двуручный меч наносит 244, а одноручный 207. Офигеть. Копье. Наверное, мое любимое оружие. Копье даже меньше получается урон. Самый мощный вариант уникального древкового оружия, изготовленного по инсомнийской технологии, получает энергию стихии поверженного врага. Прекрасно. Мне прям не терпится все это испробовать. Надо что-то поесть. Правда, тут не лучшая еда, но ладно, сойдет. Так, надо простыми заданиями заняться. Испробовать новое оружие. Ой, кстати, можно да поспать, чтоб день был. Если нужна комната, обращайтесь. Угу. Приманка 2. Вкусная приманка 2. Рыбалка лучше всего прокачана. Кулинария хуже всего. За рыбалкой сплошные кадры. Вот это прикольно. Что-то готово, да? Да. Все, готово твое оружие. Эх ты, биобластер. Ладно, потом. Дикие скакуны. Так, какие-то черные. Да, это что-то новенькое. Против них, наверное, копье. Серьезно? Опять? Не сидится нам на месте. Берегись! Эй, Игнис, давай! Игнис! Джи. Получи! Оруженосец. Ну, давай. Получай! Так, и что теперь? Получай! Фига себе, мощь какая! Офигеть! С ума сойти просто! Это было зверство. Оруженосец — это реальное зверство. Мы все живы. Я под впечатлением. Чего там еще? Кто там? А эти бараны? С ней шутки плохи. Осторожно.
Слева от тебя, Нопт. Я понял. Арбы. Чем враг больше, тем громче упадет. Тебе виднее. Вот и живем. Хыдыщ. Вот этот удар. Сейчас вовремя. Вот он. Я не хотел. Ничего личного. Владик, давай. Бедолага валяется там. Его бьют все. Отлично. Супер жестоко. Эй, вы, да, вот он я. Неплохо, Промто. Иги, внимание! Так точно. Поводов для беспокойства нет. Лучше! Да ты жжешь! Что тут скажешь? Да! Ну, вот. Великолепно, но... Да. Новое задание появилось, как я его раньше не заметил. Надо взять. Ах, сынок, ты вовремя. Что-то случилось? На дикого Чокоба напали хищники. Мне сказали, птица убегала от них со всех ног. Не волнуйся, мы его найдем. Спасение загнанного Чокоба. Окей. Так он съедание действует. Я просто хочу знать, что с ним стало. Пожалуйста, выясните это. Чего изволите? О, точно. Рад видеть, что вы живы и здоровы. Вам, смотрю, палец в рот не клади. Новый ранг, четвертый. Ух ты, там уже очень серьезные задания. Серебряный наруч. Сейчас сделаем. Пошли в магазин. И я тоже. Надо наконец-таки получить улучшенное оружие. Давай с нами. Посмотрим, еда на опыт здесь действует. Долго же ты шел. Вот. Сколько дадут? Сложно сказать. Биобластер. Ну дофигища опыта дали. Спиральный рог появился у нас. Прочь. Отлично. Что, расслабить? Придется заменить пока. Возьмем рогнарёк. Ладно, свяжусь с вами, когда все сделаю. Окей. Не робей, парень. Вот, наслаждайтесь мощью. Так, Промто. Наслаждайся мощью. Ничего себе, биобластер. 339. Улучшенный механизм, испускающий мощную ударную волну, которая распространяет вонючий газ. Ядовитый туман. Так, теперь надо спасти бедного Чокоба. Так, так, поворот. Есть там кто-нибудь? Я что-то слышал. Так. Поиск спасения, найдите все человека. На выход. Хочешь забраться в самую глушь? Что может быть лучше нетронутой природы? Откуда крик был? Пошли! Пятый уровень. Прекрасно.
Выносливость и скорость рывка Чукоба увеличились. То, что надо. Вот то, что надо. Теперь можно в гонках участвовать. Вот он. Магитех двигатель. Совсем близко. Вы меня спасли. Спасибо. Все прошло как нельзя лучше. Выходим. Что за шутки? Ах ты, демон, ладно. Сейчас его легко будет победить вообще. Давайте. Тем более у нас бонус к опыту. Ух ты, зараза. Все отступает и отступает. Отлично, Гладио. Что со мной? У нас все в порядке? На колени, да. Так, парни, победа уже близка! Только не умирайте. Вообще быстро его убили. Что поговоришь? Жесть. Все прошло идеально. Полегче. Привет, нет, приятель. Бедный Чукоба. Нам сейчас пока не до Чукоба. Давайте командовать буду я. Только покороче. И попроще давай. Вода. Будем играть по паркам. Эффективнее получается драться обычными ударами, без комбов всяких. Так-то. Давай разберемся с этим. Мы крутые. А то! Точно. Нокт, скорее, вылечи Чукоба. Хорошая птичка. И уже убежал. Бегает. О, просто гора с плеч. Надеюсь, она не здесь живет. В этих местах слишком много хищников. А и немало птиц уже стало их добычей. Нельзя же собрать всех Чукоба и загнать в вольер. Да, такова жизнь в дикой природе. По крайней мере, одну птицу мы спасли. Так, мне теперь интересно, сможем ли мы тут повоевать, пробить эту блокаду? Пройдемся для разнообразия. Тут будет жестокая битва. У нас супер режим заполнен. Правда, сила атаки не улучшена, но зато опыт увеличен. Ох, ой, будет попа. Почему G-режим не работает? Игнис! Ждем команды, но... Теперь они... Все, попа вся. Ничего себе, что они там творят. Все? Вот так просто? Это было офигенно. Это там мощь. Читерский режим, однако.
Круто. Мы все прорвали блокпост. Интересная, кстати, местность тут такая. Можно за пулемет сесть? Офигеть! Причем я один раз нажимаю, и сразу дофигища. Честно, я думал, что не получится. Я думал, что тут практически нереально их всех убить. Или вообще нереально, они будут бесконечно. Пошли! А, ну дальше тут никак уже. Так, тут рыболовное место. Надо сходить. Я замерзаю. Надень куртку, а то простынешь. Мега Феникс тут. Спасибо, приятель. А, мы, наверное, на рыбалку могли сходить и без прорыва блокпоста. Крестхольмское водохранилище. Такое прекрасное место, где завод выбрасывает свои отходы. Тут великолепную рыбу можно трехглазую ловить. Игла 1000. Золотой как-то... А, ну у меня такой же есть. Ильёт! Это что было? По-моему, что-то серьезное наконец-таки тут поймал. Но еще не поймал, зацепил. Ух ты. Ну все, победа. У меня капает небольшая осадка. Да блин, что он вытворяет? Под конец это потрепал нервы. Новенькое. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Двумя руками. Ух ты, сом. Золотистая зубатка. Новый рекорд 7700. Три семерки, кстати. Громадина! Крутяк. У нас скопилось уже 78 ОС, можно сюда потратить. Применение оруженосца. Вы получаете ОС за призыв оруженосца. Получается, все тут изучили. Обалдеть. Вот еще полезный навык. Смертоносный прыжок. Находясь вдалеке, нажмите в воздухе левую кнопку, чтобы телепортироваться к врагу и нанести ему удар сверху мечом или древковым оружием. Ну все потратили. Прекрасно. Но теперь наконец-таки можно заняться тропой богов и королей. Где там наш странный, как минимум странный друг? Может, я его зря называю сумасшедшим? Возможно, он просто не выспавшийся. Такой растрепанный весь. Все готово? Итак... Позволь мне выбрать тебе шофера. Ты. Выбираю тебя. Вот так вот. Конечно. Ладно. Итак, ты ведешь свою машину, а я свою.
Ну, поехали. В смысле, он выбрал для моей машины? Странно, как-то я думал, что я у него сяду. А множитель, без множителя просто списали уровень без множителя. Обидка, однако. Эх. И тут не хватило прямо крапулечку. Мадонна Мия. Постельные сцены. Вот это красиво вообще. Тут и фильтр хорошо пришелся. Что за съемка? Какая-то тут гениталии сняли вообще. Ну, а, это штурм. Надо сохранить. Штурм был просто безумный. Глава 4. Живая легенда. Земля сотрясается от мощных толчков, а Ноктиса одолевает невыносимая головная боль. Арден утверждает, что это боль – послание от Архея, который таким образом призывает короля. Неужели древние легенды и сказки, что Ноктис слышал в детстве, – сущая правда? Исполненные сомнений и ожидания чуда, четверо друзей следуют за Арденом на каутесский диск. Благословение богов. Давай проясним один момент. Это не гонка, ты просто едешь за мной. Обгонять не нужно. Терять из виду тоже, чтобы не заблудиться. И на хвосте у меня не сиди. Авария испортит всю поездку. Ладно, ладно. Поехали уже. Как блин, скажешь. Как все сложно. Осторожнее на трассе. Не гонка, говоришь? Ну-ка, поддадим в топочку. Галден теперь Листалу. Какое совпадение, да? Не верю я в такие совпадения. По-моему, он за нами следит. Но с какой целью? Это меня очень тревожит. Как и то, откуда он? Он не похож на человека из Империи. И еще меньше похож на человека из Люциса. Главное, чтобы он был не эксгибиционистом и не заманивал нас куда-нибудь. В лес. Я бы ему не доверял. Зато с его помощью мы точно попадем на каутесский диск. А что его высочество думает об этом Ардене? Ничего особенного. По-моему, он просто до жути неприятный тип. Ха, это ты точно его приложил. Вот поэтому нам и нужен план действий. Мы должны постоянно быть начеку. Нокт, как твоя голова? Пока нормально, но приступы начинаются неожиданно. Главное, чтобы это не случилось за рулем. В случае чего, остановись, ладно? Там есть убежище по дороге? Кто-то хочет разбить лагерь, а кто-то хочет спать на кровати. Спать на твердой земле полезно для спины. Может, хотя бы в трейлере заночуем? И почему тебе так нравится спать в палатке? Под звездным небом, на свежем воздухе, это же прекрасно. К тому же нет необходимости освобождать номер в определенное время. Полагаю, Нокт уже купился на отсутствие. Такой необходим. Может, хватит на сегодня? Может, поедем дальше к Каутессу? Архей никуда не денется. И мы тоже под твоим руководством. Значит, разбиваем лагерь с Арденом. Ну нет. Можно и палатку поставить. Боюсь, я не из тех, кто любит спать на природе. Давайте остановимся вон в том трейлере. Я заплачу за всех. Это опасно с ним оставаться в трейлере-то. Мои самые страшные опасения начинают сбываться. Подсчитать опыт, так у нас уже подсчитали уровень. А, не рановато ли? Не, самый раз. Так-так, это же ваш покорный слуга. Если ты не любишь фотографироваться... О нет, я вовсе не против. Щелка, это войдет в коллекцию его высочества. Что?
Звериный свисток. Интересно. Так, это у нас... Ага, призвать врагов. Прикольно. Попробуем. Вперед к диску. Хоть я и молода, но я оракул по крови. Как и моя мать, я приложу все усилия, чтобы на земле воцарился мир. Так начинался путь самый юный из оракулов за всю историю. Тяжело ли благословлять людей? Было бы очень эгоистично жаловаться на свое бремя, когда столько людей томятся в ожидании. Поверьте, я не буду знать покоя, пока они не обретут утешение. Весь мир с тревогой и удивлением наблюдал за тем, как взрослела эта девочка. Вы хотели что-то сказать всем нам? Если кто-то из ваших знакомых прикован к постели или не может прийти ко мне, пожалуйста, скажите мне об этом, и я приду к ним. Ведь это мой долг, а до тех пор меня ничто не остановит. Ее сила духа вдохновляла всех нас. Чем дальше, тем больше. Что вы думаете о договоре? Когда война закончится, люди станут меньше страдать. Этот договор – судьбоносный шаг к светлому будущему. Пусть все знают, мы идем по пути к истинному миру. Угу. Надеюсь, у нее все хорошо. Так, видение? Прошу вас, не волнуйтесь. Я сделаю все, чтобы облегчить вашу боль. Луна Фрея. Благие звезды жизни и света, ведите нас сквозь тьму к рассвету. Сняла порчу. Я сделала, что могла. Поверьте, через несколько дней станет полегче. Это чудо! Благодарю вас, леди Луна Фрея. Леди Луна Фрея, я встала с рассветом, чтобы прийти. Вы устали? Да, ничего. Я безмерно вам благодарна. Ну что ж, приступим. Понятно. Надо было хотя бы позвать ее в гости. О, да, она могла бы остановиться у меня. Или у меня. Я бы жену мигом сплавил. Думаю, что после свадьбы тебе можно будет расслабиться. Чего это ты вдруг? Когда ты женишься, на тебя будет смотреть весь мир. Ну, не знаю. Сейчас на него никто особо внимания не обращает. Что это вообще значит? Все больше причин начать заниматься собой. Мне жаль леди Лунафрею, если он так и не начнет. А, ведь он прав, Нокт! Все будут говорить, да у нее все получается намного лучше, чем у него. Непонятно, на что этот принц вообще сдался оракулу. Фантазия у вас слишком сильная. Затроллили прямо. Понятно, Луна Фрея волшебными свойствами обладает, то есть излечивает людей. Не свойствами, способностями. Так, а что у нас тут? Вкусняшки. Колбасы. Только ничего нельзя купить. Это ваш отпуск. Зачем соглашаться на месте? У нас еды, кстати, никакой нету. Надо что-то поесть. Ну-ка, оружие. Посмотрим. Взгляните на товары. Заходите. Ничего хорошего.
Доброе утро. Привет. Заходите. Кстати, вперед диск уже 20 уровень. Раз мы тут неподалеку, панцирный ас можно сделать. Скатать. А потом опять кардину. Так, только я не вижу, где здесь поесть-то можно. Я замерзаю. Надень куртку, а то простынешь. Без еды-то плохо, однако. Ладно, поехали. Какой прогноз? Ясное небо, потепление. Отлично. Дождь, кстати, редко бывает. У нас есть задание убить лягушек. Именно под дождем надо. Не помешал бы лагерь где-нибудь. Прикольно, теперь опыт растет. Не, все-таки мир в этой игре, мне кажется, самый красивый из всех существующих. Я не могу припомнить, где было бы красивее. Все на выход. Вот и приехали. Ну-ка, сейчас попробуем под машину прыгнуть. Да! Блин, зараза, ладно. Полегче. Так, уходим. Надо в гонках поучаствовать, теперь же у нас прокачанный Чокобо. Электростанция. А, это вот эти бюллеты. Ну, 14 уровень, тут и без еды нормально будет. Смотрим по сторонам. Вот она. Ух ты, как он хряпает-то. Ну прыгай же. Эй, Игнис, давай! Есть же еще более мощные приемы для друзей, напарников. Но я не вижу смысла в этом все. Да ты что? Что тут скажешь? Это просто унижение. Получай! Великолепно, но... Да. Наконец. Панцирь Жука. Не знаю, зачем он. Панцирный... А, для задания, понятно, все. Только не понял, почему панцирь Жука. Это ж не жуки явно были. Это что-то типа носорога. Броненосца какой-нибудь. Лагерь. В лагерь надо сходить. Отсюда тоже классный вид, кстати. Я вообще люблю, когда на дальнем плане анимированные элементы есть. Вот этот поезд, например, или как его там назвать? Рельсы. Транспорт вот этот, короче, сзади анимирован. Или где-то машины вдалеке ездят. Это всегда очень круто. Это создает какое-то ощущение, что мир живой. Живет без тебя. И это очень круто. Убежище Вайтнера. Чукоба покормим. Спасибо, приятно. Лагерь. Опять. Ты что-то имеешь против палаток? Ну, опыта нету.
Так, что-то хорошее приготовить надо. Что-то любимое Игнисом. Ничего себе, апельсиновый кекс. Увеличивает защиту на 250, силу духа на 400 и очки здоровья на 1000. И это просто офигеть. Серьезная штука. Отборная клейнская пшеница одна идет. Понятно, я купил, она стоила по 1000 где-то. Ну вот это сидим. Дикий барамунди на гриле. Так, чокоба. Попробуем вот это. Позволяет парить в воздухе. Гонки мы сейчас не будем участвовать. Попробовать все хочется. Выглядит аппетитно. Как, в принципе, вся еда здесь. Ну, кулинария. Котлета в панировке в томатном соусе. Красивый кадр, красивый очень. Хм, неплохо. О! Так, ну что? Кто это летает? Я еще не проснулся. Кто это там летает? Пойдем смотреть. Так, чокоба. Ты теперь тоже летаешь? Пойдем смотреть. Разобьем лагерь. А как он летает? Выше подпрыгивает типа? Ну, такое, если честно. Спасибо, что подвез. Грифон! А, это, наверное, из задания. Спасибо за поездку. Ну-ка, получай. Ты зараза. Как быстро все набирается-то. Эх, ты зараза. По нему стрелять надо. От пули не уйдешь. Ну бей же. Ерунда. Просто действуй. Эй, вы там. Вот он я. Да. Сейчас G заполнится. И будет ему попа. Ну. Силен, силен. Ай, гладил зря. Зря, зря. Ладно. Вот тебе! А попал вообще? Ты смотри, попал. Извини. Ах ты. Игнис! Ждем команды, но... Понял. Ага. Круто! Ух, кто напердел там? Промто. Промто! Эй, вы там! Вот он я! Я потрясен! Победа уже близка! Все. Смерть. Не так уж и сложно. Небесный владыка. А какой уровень? 30-й, между прочим, был. Это было круто. До меня только что дошло! Это же прямо как в Королевском рыцаре! А? Мы совсем как его персонажи! Тогда я должен быть персонажем 5-го уровня. Ну уж нет. Это я тут редкий персонаж. На самом деле 40-го. Блин, красивый. Только вот эти крылья из головы. Какое-то извращенство. Ладно, полетели обратно. Нужно пополнить запас лекарственных средств. Понял.
А тут нет забегаловки, тут есть реально негде. Идем за покупками. Так, а неплохая мысль. Не могу не глянуть. Ты с нами? Доброе утро. Должен предупредить вас. Мы скоро пройдем точку невозврата. Надеюсь, никто не передумал? Да. Вперед к диску. Снова следуйте за автомобилем Ардина. Как сурово написано, не отдавать это. Тот, кто придумал, как использовать энергию метеорита, гений. А к нему вообще можно подойти? Поблизости от него собирают метеоритные обломки, которые отвалились, когда он упал. Точнее, почти упал. Ведь его подхватил Архей. И до сих пор стоит там и держит его. Сплошная силовая тренировка. Ха, без выходных. Беспрерывный труд Титана и мощь метеорита – вот то, чему поклоняются жители Даски. Поневоле задумаешься, каково там у его ног. Ну, говорю, что так сурово написано не отставать от Ардина, иначе игра закончена, прям красным написано. Там, куда мы придем, жаркое. Камера не пострадает? Если я не полезу в огонь, все будет нормально. Наверное. Имею в виду, запасной у нас нет. Оставим в машине? А, ну уж нет. Не смогу себе простить, если упущу такой шанс сфотографировать Архея крупным планом. Слова настоящего фотографа. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что даже не попытался. Кто бы говорил? А, ну это же просто поговорка такая. Просто делай то, что считаешь нужным. Эй, Игги, у тебя очки жаропрочные? А с чего бы им не быть жаропрочными? С ним и без очков ничего не случится. У Игги не такое уж и плохое зрение. О, серьезно? Я более-менее сносно вижу и без корректирующих линз. А что ж ты их никогда не снимаешь? Но ты не понимаешь, да? Игги предпочитает видеть кристально ясно. Вот именно. Мне никогда не нравилась расплывчатость. А-а-а. Кажется, начинаю понимать. То есть такой перфекционист во всем. Понятно. Эй, Игнис, как тебе на пассажирском месте? Нормально? Я просто в ужасе. Это что ты имеешь в виду? То, что я прекрасно знаю, как водит его высочество. Спасибо за поддержку. Книжку почитай. Отвлечешься. Нет уж. Лучше я буду смотреть на дорогу. Видимо, ты не сможешь забыть, что за рулем Нокт. Мы прибыли. Надеюсь, это не шутка. Я давал повод мне не доверять. Ты не очень-то внушаешь доверие. Да, не очень-то прямолинейно. Привет! Это я! Откройте, пожалуйста. Ого! Сработало? Может, по моему виду и не скажешь, но кое-какое влияние у меня есть. Теперь вы рады, что мы приехали вместе? Теперь тебя ждет аудиенция у божества. Ты нас покидаешь? Я высажу вас у дверей к Архею. И на этом мы распрощаемся. Аудиенция у божества. Круто звучит, однако. Что это за аппараты такие? Видал я чудаков, но этот... Надеюсь, что больше мы не встретимся. А тебе не кажется, что это слишком резко? Землеройки, по-моему. Я думаю, что это так. Он отлично разбирался в детских стишках. Да, и в этом нет ничего страшного. Офигеть. Да, с нашей подвеской тут не круто. Все такое масштабное. Просто обалдеть. Значит, нужно идти туда. А потом узнаем, что замышляет империя.
Круто. Как-то получается, то есть вот то метеорит, наверное, слева, да? Вот это. Ладно, разберемся. Прямо каменное дерево. Это же... Вот он. Я правильно понимаю? Не думал, что здесь есть королевская усыпальница. Нельзя же оставлять тут эту силу, да, принц? Берем и идем дальше. Вау! Я опять под впечатлением сильнейшим, причем. Не знаю, это, может, от третьего. Нет, первого как-то сильнее впечатляет. Птицы исчезли в никуда. Усыпальница Тайновидца. Королевская усыпальница. Что это у нас? Двуручный меч, наверное, да? Красивый, очень. Клинок Тайновидца. Это у нас уже 5, опять, да? Опять началось! Как сильно-то! Уходите! Бегом! Сила меча поддерживала все тут, наверное. Попа! О! Я тебя держу! Давай! Залезай! Архей. Титан. Ничего себе. Это Архей? Мы разбудили гиганта. Он пытается мне что-то сказать. Но что? Нокт! Ты цел? Слава богам, ты жив! Обратно вылезти можешь? Нет, но тут есть тропа. Я проверю, куда она ведет. А вы постарайтесь спуститься. Хорошо, посмотрим, где можно пройти. Будьте осторожны. Вы тоже. Куда мы пойдем? Да, здоровы. А зачем он его держит? Какой в этом смысл? Так, ладно, пойдем. Далеко не убегай, ладно? А ты не отставай. Умник. Текстурки красивые все. Они и так нервные. Не стоит их дразнить. Может, закроешь клювик? Просто даю дельный совет. Да, долбишь мне по ушам, как детям. Языки пламени вызывают перегрев, из-за которого герой постепенно теряет здоровье. Понятно. Тем временем уже гладится 3400, у нас 2500 здоровья. На. Динавис. Начинается. Смотри в оба. Ah!
жары меня немного мучает. Черт, почему тут так жарко? Я, кажется, сейчас загорюсь. А эти не будут нападать? А, и это тут есть. Электричество. А если тут лед еще будет, то вообще прикольно. Острые хвостовые перья. Эй, сюда! У нас нет права на ошибку. А еще медленнее ты идти можешь? Да ладно, по льду уже ходили. Скорее бы добраться до конца. Кстати, да, получается, предыдущая эта пещера была ледяная, а это огненная. Держись! Моя голова! Что опять? В самый неподходящий момент! Давай переберемся поскорее! Испытание холодом, теперь испытание жаром. Но, у тебя все нормально? Что там? Какая рука, нифига Титан! Себе рука. Чего ты от меня хочешь? Перестань, сначала перейти надо. Быстрее! Успокойся, я спешу как могу. Мы почти дошли. Чем это мне тычет там пальцем своим? Скорее! Если это аудиенция, как он себя с врагами ведет? Хочешь поговорить? Я тоже. Я рад, что вы достигли взаимопонимания. Пошли. Я так и не понял, зачем он рукой своей там водил все? По-моему, мы идем только как ниже. Как же мне надоела бесконечная ходьба. А мне твое нытье! А ну, угомонись уже! Отвали. Послушай, ты наследник престола или кто? Вроде того. Да! Конечно, наследник. Такое не забудешь. А что? Я не говорю, что ты забыл это. Я напоминаю. Тяжелые времена не у тебя одного. Мы все сейчас на взводе. Мы Амицитии, верные щиты короля. Мы готовы жертвовать собой. Ради короля, и так было всегда. Я знаю, в чем состоит мой долг. И горжусь этим. Если вдруг ты не можешь сосредоточиться, это делаю я. Не мешай мне. Ладно. Слова Гладио нашли горячий отклик в сердце Ноктиса. Благодаря приливу сил, сила Ноктиса увеличивается на 50%. Круто. Извини, но я должен был все это сказать. Пошли. Стряхнул его. Только помни, далеко лучше один не убегай.
Слушай, Гладио, твой отец... Я благодарен ему. Он просто выполняет свой долг. А, это же твой телефон, да? Оружие готово, можете забирать. Игнис. Ты жив? Хорошо. Слушай, тут имперцы. А, не, это имперские шаттлы были с этим вначале. Связь пропала. Но, похоже, к нам в гости идут имперцы. Скоро тут станет еще жарче. Тем временем у нас джи накопилось уже. Наконец-то мы дошли. Я знаю. Ухбул-мушуль. Ах ты. Ну. Ладно, пора это заканчивать. Следуйте по тропе. Эй! Я здесь! Что тебе нужно? Убирайся из моей головы! Да ты издеваешься. Нифига себе. Старайтесь выжить. Ты серьезно? Так, куда тут? Ничего другого не остается. Ты чего у меня... О, черт! Ты в порядке? За мной, должок. Ничего не выйдет. Нужно бежать. Лучший совет завести. Я не хочу, чтобы тебя здесь убили. Бежи! Пришли, блин, на аудиенцию. Что ты все как-то неудачно. Что это было? Попа настигает. Так вот. Контр-удар. Так, ну ладно, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи.